Противодействие терроризму, наркоторговле, обороту оружия и борьбе с организованной преступностью. Контртеррористическое подразделение «Альфа» или группа А КГБ в Беларуси сегодня празднует 30-летие. Свое начало отряд берет с 3 марта 1990 года. По распоряжению руководства КГБ СССР была создана группа номер 11 со штатом в Минске. Новое подразделение предназначалось для локализации и пресечения террористических и экстремистских акций, других особо опасных проявлений на территории Белорусской ССР и Прибалтийских республик. Через два года спецподразделение вошло в структуру КГБ Беларуси и получило официальное название группа А или Альфа. Среди основных задач подразделения — задержание лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, как шпионаж, захват заложников, наркоторговля, контрабанда, незаконный оборот оружия, вымогательство. Свою подготовку бойцы «Альфа» подтверждают победами на различных республиканских и международных соревнованиях и по праву считаются одними из сильнейших подразделений на постсоветском пространстве.